много спортсменов с такими чертами, например, трудолюбие, мечтатели, которые мечтают, идут к цели, целеустремленность. Я не считаю, что эта черта только у меня, это у всех, можно сказать, ведущих спортсменов. Я родился в республике, в которой очень хорошо развиты как и смешанные единоборства, как и борьба, все виды, ну, боевые виды единоборств. И с раннего возраста я смотрел телевизор, мне было интересно, когда там что-то спортивное, когда драки там, вырос на этих фильмах, и как сказать. И с этого проявился интерес, а там уже дальше. Так и есть на самом деле, если у тебя есть талант, но ты не трудолюбивый, не целеустремленный, тебе будет тяжело добиться таких высот. Да, талант это хорошо, но много есть спортсменов очень талантливых, которые из-за того, что у них не хватало трудолюбия, не достигли тех высот, которые от них ожидали. Лениться, честно говоря. Но должна быть мотивация. В данный момент у меня как бы нету такой мотивации, потому что мне еще не назначили бой, нету основного старта, нету определенности. Бывает назначен бой или там соревнования какие-то, у меня уже бывает стабильность, я не отвлекаюсь ни на что. Так видеть это, когда у меня будет семья, большая семья. И надеюсь, иншаллах, увижу, что мои родители будут рядом со мной в это время. Это самое главное, если честно, для меня. И, наверное, буду заниматься бизнесом. Мне это интересно даже сейчас. По сути, мечты детства, они бывают глупые, и у меня таковых... У меня была мечта там стать солдатом, например, там Диснея побывать. Ну, такие, это детские мечты. Сейчас я понимаю, что это просто глупость. У меня была мечта заниматься ММА, делать бои, стать профессиональным бойцом. Сейчас я ее достиг, теперь у меня есть мечта попасть в лучшую лигу мира. Сейчас стараюсь, что иду к этой цели. Пожелать я не могу сказать, чтобы они все именно занимались спортом. Человек должен заниматься своим любимым делом, чтобы он получал удовольствие от этого. Вот, будь вы я спортсмен, будь вы журналист. Главное, чтобы вам нравилась своя работа. И быть честными, добрыми по отношению к людям, независимо в каком мире мы сейчас живем.